Да-да-да. Сосредоточься! Вылазили до танка. Вон наши не танки спали его. Мы сначала густой спалили. Или ты к нему лучше встань тогда? Да, вот один человек сюда ко мне будет видно. Залазь. Вот сейчас иди. Справа, вот сюда, право смотри. Это уже близко сюда. Наверное, начали картировку давать. Красиво, вот, видишь, там же техника вся на высоте. Ну, чуть дальше. Ну, получается он. Ватрик, ложи. Нормально. На танки пошли. Да. Сейчас снимем просто танки, где стоят, которые на поле. Там и наших парочку есть, честно говоря. Но у нас ребята 300-е, убитых там не было, успели вытащить. Самое интересное, что, можно сказать, на передовой трое наших танкистов пытались отремонтировать танк прямо на вражеских окопах. То есть они ремонтировали танк, а вокруг них были враги. Они не бросили технику и не убежали. Они пытались ее спасти, чтобы продолжать бой. Это могут только русские. Давай тебя побольше. Русские картировщики сидят, понял? Мы их шугаем. Кто-то насчет пуль не знал, еще нет. А вот так, короче, пошугайте, чтобы они не могли квартировать по нам. Можно. Голова не пугай. Ты на ГС начнет работать. Я скажу, провел, вот видишь, сюда батарея, видишь, палец? Ну там наша топка еще одна, понял? Да. Ну, там, короче, духом, ебаный, глазам стоять. Ты что, дальше получается? Здесь корректировщики подходят очень близко к нам и начинают по нам стрелять. Вот только что по нам стреляли и достаточно близко клали. Поэтому мы просто видели движение в кустах и решили просто их попугать. Я думаю, что мы вряд ли в них попали. Но все равно, я думаю, спугнуть мы точно спугнули. Я думаю, этого, вот то, что мы делаем, этого достаточно, чтобы их испугать. Я сама свой починил. Вверх там, где хорошо видно все. Ты здесь, но я на левый план. Иди, Зушка. А где я, Саша? Увидел там? Выше.